Президент страны 23 года уже. Сейчас должен быть преемник. Народ будет выбирать. Да. Но кого выбирать? Вот я, мне кажется, самый нормальный будет, который был нашим Акимом, Ахмед, который сейчас Аким в Астане. Только этот. Президент наш, я думаю, сам уже приготовил себе замену. Но я точно не знаю кого. Нравится, да. Аким Астан. Он хороший президент будет. Ну, наш премьер-министр, может быть. Ну, я не знаю, мы уже привыкли к Назарбаеву. Есть личности, которые как-то себя проявили, это Смагомбетов, допустим, да, на посту акима города Алматы. Нигматуллин, Ахметов. Я бы за Нигматуллина проголосовала. Наверное, Назарбаев, я думаю, сам выберет. Да, мне вот тоже так кажется, да. Конечно. Ну, действительно, хороших политиков мало. Есть, ну, где-то крепкие хозяйственники, типа Тасмагомбетова. Ой, ну, Тасмагомбетов, конечно. И я считаю, что он способен, в общем-то, иметь очень высокий рейтинг среди народа. Он был у нас акимом, и это очень такой грамотный, адекватный человек. Очень, ну, я считаю, что заслуженно ему можно присвоить первое место.